где вы размещали объявление об аренде жилья? Сайфиц. И вы предлагали им внести предоплату? Я не предлагал людям внести предоплату. Я их подводил к этому делу, предлагали они. А посредством банковских переводов или через другие виды платежей? Нет, только банковские переводы. А какую сумму обычно переводили? Если брать обычную среднюю, то 5000. С какого времени вы данным видом мошенничества занимались? С 18 года, потом был помещен под стражу, был вынесен приговор. В виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы, но по истечению срока освободился из тюрьмы. После того, как люди переводили вам оплату, вы их блокировали, либо блокировали свой номер, чтобы они не могли вам дозвониться? Все время я их блокировал. Вы раскаиваетесь в содеянном? Да.